Вот мы вышли на правительственную трассу, и тут самосвал нам навстречу. И нас пылью завонял. Фу, блин. Всех как это самое. А нам уже чуть-чуть осталось. Интересно, он повернет на нашу дорогу? Нет, поехал он дальше. А, ну там поворот. А вон уже виден наша река, она тут вдоль. Завтра тут будет туман. Поэтому надо с утра пораньше выйти, чтобы было не жарко. Так, пойдем смотреть. И тут купаться можно, тут хотя бы не сильно глубоко. Вон, видишь, следы? Народу нет, вон камни можно отсюда таскать. Ну, рыбачили люди. Вон кабель, кстати, брошенный. Кабель, вон, шнур алюминиевый. Отрезать можно, отрубить. Ну, не забыл, это от строителей остались запчасти. Вон этот. Это труба обрезанная. И она течет вон туда, вон вниз, а вон сетка стоит. Так, ну и что, вон посмотрим. Мы Андрея даже не видим близко. Вот он собрался пройти. Да кому он нужен? Ну не возьми, ты вон там рядом поставь. С моим. Ну вон мы там сейчас спускаться будем с этого. Вот смотри, вот пойдем вот сюда проедешь. Покажем тебе протоки. Вот. По той протоке можно дальше подниматься. Вот мы по ней осенью поднимались. Это... Вот на карте. География у тебя нету. Не учите вы ничего. Поколение лентяев. Можно даже с этой стороны. Но здесь хуже. Здесь камни. Там купаться плохо. И грязи больше. И глубже. Вот, видишь, река пошла. Все, а на лодке вот здесь можно кататься. Вот маленькая это самое. Вон, видишь, берег обрывистый какой, прям отвесный. И тут плохо, что тут коряги еще болтаются. Нам вот этого местечка хватит. Вам хватит вон, прекрасное местечко. Вон там, где тихая вода, вон там, вон прям. И особо с дороги не вон, сухая трава есть, все. Прекрасно, я про него и говорил. Не знаю, что вы там придумали. Уже бы тут сидели, я думал. Ну вот, пошел я исследовать, пока моя спутница там радуется. Мосту, дороге я пошел исследовать тут. Место, где мы собираемся наш импровизированный пионерлагерь разбивать. Потому что, о, ходила цапля. Вообще шикарно. Не знаю, насколько глубоко тут выл засасывает. Но я думаю, не засосет до конца. Река, конечно, в этом плане коварная. Так и хочется сделать какую-нибудь. Попить, конечно, нужно даже. Так. Все-таки лодку еще, наверное, придется делать тут. Или доску какую-нибудь привозить для купания, чтобы ходить детям не за это самое. Ох, какая грязюка-то. Ну, как всегда в этих речках, конечно. Это вот вечная проблема, блин. Сколько тут слоев торфа, неизвестно. Ну и кочки роскошные тут. О, отлично. Для палатки место слегка прикрытое от ветра. В принципе, если вот эти вот убрать, то пойдет. Колья. Но уже не на этом самом. Конечно, песок. Ну, выбор места. Ну и рыбалка, возможно. А вон и рыба ходит, кстати. Круги идут. Ура! Идет, ну хорошо. Вот такая река Харпи. Едьте, все. Он на самокате гоняет лучше, чем я по городу. У него самокат, потому что быстрее ездит. Электрический. Езжайте, езжайте. Сейчас против ветра, давай разгоняйся.
Лучше остановитесь, меня подождете там на повороте где-то. А я пешком иду. Вот трусиха, а. Трусиха, трусиха. Давайте, сильно не гоните. Вон там спидометр, поверни вот эту штуку.